Это означает очень хорошее качество мороженого. Очень хорошее. Смотрите, какой цвет у машины. О, кто-то забыл выключить фары. Смотрите, какой. О. Что мы кушаем на ночь? А вот, я вам сейчас покажу, что мы кушаем на ночь. Вот креветочки и кальмары на шпажечках, на гриле. Тут руккола и зеленый салат. А вот медушки ризотто с морскими деликатесами. И водичка. И мы сейчас находимся в магазине Lush. И здесь все ингредиенты косметические, они из натуральных продуктов. И прям можно попробовать. И сейчас я вам покажу, сколько здесь необычных вещей потрясающих. Вот, например, первое. Гель для душа, смотрите. Или вот такой. Маска косметическая. Черничка, роза, миндаль, лаванда. Соли для ванн, бомбы. Разные потрясающие вкусами. Вот. Мыло, которое хочется закушать, смотрите. Это очень вкусное. Каждые 100 грамм, вот цена 46-43. Я такого мыла, честно скажу, не видела. Оно прям, вот смотрите, оно прям как крем. Вот, лежит. Прям как вот белый шоколад или темный. Но это все мыло. Это кондиционеры для волос. Вот в таких вот твердых состояниях. И вот здесь вот есть шампуни. Вот такие бары. То есть это шампуни для волос. Сказали, что их на 6 раз хватает вот такого шампуня, потому что он очень мылится сильно. Вот. Ну и цена, смотрите, 80 каждая. Где-то 1500 вот такая стоит. Жжоба. Вот с такими слепонами. Вот. Вот так перемывается. Так даже лучше, по-моему. Смешная футболочка. Это размер S. И она вот такая. Форма у нее очень-очень приятная ткань. Вот. И такие вот джинсы. Платьюшко мятного цвета, и оно оверсайз, это эмочка, и смотрите, какое оно большое, свободное, и какие у меня черевички. У нас магазин Riverwood, и вот такие вот. Сейчас фокус не ведется. Вещи. Очень хорошее качество. Смотрите, какая кофточка красивая. Вот еще образ вот такой. Тут, значит, штанишки такие вот трикотажные. Можно подумать, что это пижамка, но это не пижамка. Зашли мы в одну кофейню. И смотрите, какой мне принесли. Я заказала кофе латте со льдом.
и смотрите, как мне его подали. Значит, вот здесь вот кофе, куб во льду, кусочки, молоко отдельно и что это, вода? Сода? И для Ахметушки тоже какой-то странный, корица, мороженое, кофе и что там еще. Доброе утро, Сим. Доброе утро, Сим. Салют, I know for Russians. Доброе утро всем. Good morning, ну, всем, у кого утро, доброе утро. У нас сегодня пятница, и мы поехали с мужем позавтракать вне дома. Опять жара. Сейчас на улице уже 47 градусов. Вот, в машине очень жарко. И поэтому мы едем на завтрак, потом мы едем в Outlet Mall, мы хотим посмотреть там кое-что из коллекции, может быть, там есть скидки какие-то. И потом у нас еще будет много замечательных мест с едой сегодня, с полезной едой. Так что продолжайте смотреть. Такой вот вид открывается с ресторана. Мы находимся в Palace Downtown. Это такая гостиница рядышком с Бурж-Халифой. Вот нам принесли наши завтраки. Омлетик, сосисочки, бекон. Видишь, что там еще? И еще, и еще будут сладости. Салатики разные. В общем. Какая красота! Ох, на улице очень жарко. При выходе из отеля Palace Downtown открывается вот такой фонтан. И вы видите там впереди такие вот небольшие водоемы. Это как раз то место, где у нас была свадебная фотосессия. И если мы повернем сейчас назад, то мы увидим Бурж-Халифу. Да, мы ее увидим, самый кончик. Это Соколь-Бахар. Здесь местный рынок и много очень ресторанов и отелей. А это Ахмедушка. Look here. Something.
Люк. Здесь у меня топик вот такой вот и юбочка плиссированная. Вот, и я сейчас нахожусь в отделе Sakur Brothers. И здесь большая очень скидка, 75%, 75% и 90%. И вот такие вещи, да, у меня еще палеточки. Вот. Ce monde qui vient et qui va, je me sentirai perdu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Outlet Village в Дубае. Огромное, огромное строение. Это прям как город внутри города. Вот. Мы вообще не собирались сюда ехать, но в итоге приехали. Вот. И сейчас посмотрим, что там внутри есть. Находится Outlet Village рядом с тематическими парками. Парк Resort в сторону Абу-Даби. Здесь действительно прям как город внутри города. Большие скидки, 25-70%. И это гам. Я в гам. Вот. И мерю здесь вот такие вот. Футболочки есть простые, хлопковые, и штанишки. Штанишки, и сейчас я еще померю вот такую кофточку. Вот такой вот на молнии, или тот, который как худи. Тут мне, конечно, чуть больше нравится, но этот зато можно расстегнуть в конце концов. И вот так вот смотрится розовый. Но мне почему-то больше понравился голубенький. И у розовых штанишки они тут как брючками, а голубенькие они зауженные. Я бы оба взяла. Такие костюмчики нужны всегда в гардеробе. Разных цветов. Эх.
Ну вот, мы только что приехали в этот Outlet Village и сразу зашли в первый же магазин. И в первом же магазине нашли то, что мне нужно было. В Outlet Mall этого не найти. Бежевые шнурки. Они уже маленько большеваты. Я бы даже сказала не маленько, а прилично. Сейчас попробую другой размер. Джинсы укороченные. Какие красивые детские гапперские вещи. Такие нежные, милые. Вот на девочек. Такие костюмчики. Иголочки. Сарафанчики. Есть на маленьких, на совсем. Штанишечки. И есть на совсем маленьких. Мальчиков тоже много. В общем, мы находились сейчас в этой в деревне Аутлетовской и зашли в турецкий ресторанчик покушать. И будем кушать шашлык. Вот такие у нас пустые тарелочки. Сидим тут голодненькие. После небольшого шопинга. Да? Принесли первый хлебушек, смотрите какой. И я его сейчас съем. Два хлеба. Open. Там будет такой пар сейчас, потому что хлебушек очень горячий. Yes. Смотрите, сколько там пара. Это как комплимент обычно идет. И у меня тоже шапочка такая, видите, там, очень вкусный хлебушек. И вот у нас основное блюдо. Вот здесь много кебабы, ламбы, то есть телятинка идет, баранинка, курица и закусочки. Ну, где будешь заниматься? Ну, давай. Я сегодня в тренажерный зал взяла уроки. Чего ты думаешь?
Осваивайся, давай быстрее. Вот на такой скорости я примерно иду, и вот так вот круто в гору, что не держаться просто невозможно. Ну и чего ты смотришь? Под ноги только ко мне не лезь. Сказала. Первый час пройден. В этот раз у меня почти 700 калорий и больше 7 километров. Потому что я шла, бежала и в горку, и не в горку. Ну, в общем, впереди еще 30-40 минут и посмотрим результат. Здорово. Я закончила. Уже темно за окном. Вот. И сейчас мы с Рокки пойдем. Кс-кс-кс. Эй. Пойдем домой. Примем душ. Ну, я приму душ. И бегает. Что, и вся мокренькая. Сегодня было больше 11 километров. Да, и у меня очень пересохший рот. Но я думаю, что это нормально. Вот, и я чувствую, как напряжены и разогреты мои мышцы. Вот. В принципе, если бы у меня сейчас чуть больше времени было, я бы, может, еще полчаса позанималась. Но... Бегут ручьи, текут ручьи. Вся мокрая. И шорты тоже. Пошли, путешественник. Пойдем домой. Пойдем. Тоже кушать будешь. Пойдем. Пошли. Пойдем. Пойдем. Окей. Не любит он, когда ему руки кладут на голову. Окей. Всем привет. Еду в парикмахерскую. Ну, вернее, к парикмахеру. И, как всегда, опаздываю. Вот. Последний момент, короче, мне на ум пришло, чтобы взять с собой ноутбук. И так как покраска обычно занимает 3-4 часа, то я буду монтировать видео сидеть. И вот что у меня получилось после парикмахера. Ну вот, протонировали. Голос мой смотрится серый, но это потому, что освещение искусственное. Вот. Он такой живой. Очень нравится.